Всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале, и это новое прохождение у меня на канале, это новая игрушка, которая называется Journey, хотя на самом-то деле она уже довольно-таки давно не новая, она вышла уже довольно-таки давно, аж, сейчас скажу вам точно, в 2012 году, то есть представьте себе, 7 лет назад эта игра вышла, при том, что эксклюзивно для PlayStation платформы, вот, но тем не менее, даже на тот момент, в общем-то, наверное, так многим она полюбилась, и в том числе особенно мне она очень сильно понравилась, хотя я не смотрела прохождение на эту игру, я лишь смотрела трейлер, видела множество скриншотов и читала описание. И уже тогда я поняла, что это оно, это то, во что я хочу поиграть. Но на тот момент, когда я впервые увидела ее в интернете, то даже никто подумать не мог о том, что когда-либо она потеряет свою эксклюзивность и выйдет еще и для ПК. И вот этот момент настал, и мы с вами пройдем ее. Вот уже прямо сейчас начнем проходить. Я надеюсь, что вам эта игрушка понравится. Я надеюсь, что она мне тоже понравится, хотя я больше чем уверена, что она мне понравится. Я уже уверена в том, что она просто замечательная. И да, это... Я думаю, что это одна из тех игр, которые, знаете, не особо как-то напряжные в плане того, что надо где-то там думать или еще что-то. Хотя вполне возможно, что я ошибаюсь, и для меня будет большим сюрпризом, что, возможно, где-то там меня настигнут какие-то головоломки. Но, тем не менее, мне кажется, что это все-таки одна из тех игр, где надо просто расслабляться. И, в общем-то, отдых для души, отдых для глаз, для ушей. Потому что музыка здесь, как я знаю, тоже замечательная. А прямо сейчас на вот такой вот, на заставочке нас встречает, в общем-то, виды солнечной пустыни, палящее солнце. О, боже мой. Да. И довольно-таки эпичная музычка. Ну что ж, давайте уже, не буду я слишком долго говорить свое вступление, давайте начинать играть. Ну что ж, поехали. Ну что ж, нас с вами встречает вот такой вот замечательнейший человечек на тонких ножках, вместе с которым мы с вами будем проходить наше, в общем-то, приключение, да? Так, и нас тут знакомят с управлением. Начинают знакомиться с управлением. Боже мой, посмотрите, какая красотень. Какая неимоверная красотень. И да, ну, в принципе, основные клавиши для передвижения. Это значит у нас влево, это у нас вправо, это у нас назад, и это у нас вперед. И, о господи, боже мой, посмотрите, как проработан песочек. Как проработан песочек, как проработан бег нашего замечательного человечка. Это прям очень красиво. Да. Давайте я, наверное, как всегда, немножечко по сторонам пробегусь. Мне вот просто интересно, насколько далеко нас с вами пустят, это во-первых. И во-вторых, что мне еще очень интересно, это, конечно же, то, является ли эта игра одной из тех, где, например, вот как помните, мы с вами проходили игру про лисичку, The First Tree.
В общем-то, там надо было оббегать прям все. Оббегать все, чтобы найти максимально много всего. И ого! Вот это тут ветер, конечно, вот это тут ветер, мне кажется, мы аж даже скатываемся, действительно, скатываемся, ладненько. Ух ты! Ух ты! Какой класс! Какой класс! Как мы скатились прям по песочку эпичненько. Что ж, хороший мой, давай скорее с тобой пойдем на вот эти вот флажки. Я, знаете, я думаю, что все-таки, конечно, мы можем с вами отправиться вот куда-нибудь вон туда далеко, но мне кажется, что в этом нет никакого смысла. Давайте попробуем пойти на флажки, да? Да. Тем более, что у нас человечек довольно-таки медленно перебирается, поэтому я думаю, что я не буду его мучить и гонять по всей пустыне. И смотрите-ка, чем выше мы поднимаемся, тем тяжелее ему идти. Но я верю в тебя, я верю в тебя, человечек ты мой на тонких ножках. Давай, ты все сможешь, ты все сможешь. Так, и куда мы сейчас с тобой придем? Куда мы сейчас с тобой придем? Ого! Вот оно как. Смотрите, я так понимаю, что нам нужно будет всегда теперь ориентироваться на вот эту вот гору замечательную. Так. Хорошо. Ой. Ага, да, хорошо, у нас прошла с вами заставочка, нас познакомили еще раз с названием игры. Вот, смотрите, вот эта гора, и она довольно-таки далеко от нас, смотрите-ка. Ох, я чувствую, нам предстоит приключение еще то. Хотя вообще, сама по себе, насколько я слышала, эта игрушка не является долгой по прохождению, хотя я уверена, что я где-нибудь застряну. Это же я. Это же я люблю позастревать. Так, ребята, ну что ж, в общем-то, надо сказать, что я уже в третий раз пытаюсь записать эту серию, уже в третий раз пытаюсь начать играть в нашу игру Journey, потому что в первый раз, в общем-то, у меня почему-то Бандикам отказался видеть напрочь мой микрофон, у меня озвучка не записалась, слава богу, я это вовремя заметила. Во второй раз, в общем-то, как вы видели, у меня там начала власть какая-то реклама непонятная, что-то мне начал Google барахлить. Да, и, в общем-то, из-за этой рекламы у меня как-то совершенно перестал слушаться мой компьютер, из-за чего мне пришлось его полностью перезагружать. Ну, ладненько, я надеюсь, что сейчас все точно будет хорошо. И, ой, твой плащик запылился, мой ты хороший. Так, и смотрите, вот куда мы с вами забрались? Вот вы знаете, вот я предполагаю, что это, знаете, вообще похоже на кладбище, если честно, какое-то. Вот. Какие-то вот эти штучки, они прям как могилки какие-то, и на них как будто что-то изображено. Видите, какие-то квадратные выемки есть, но непонятно. Непонятно, естественно, что там изображено, что там написано, и написано ли вообще. И просто я сейчас немножечко помолчу, я хочу, чтобы вы послушали, какой здесь крутой звук хождения по песку. Вы слышите это? Я просто в восторге, если честно. Так, и что ж, давайте мы с вами... О, ух ты! Ничего себе! Какой-то у меня умный, какой-то у меня смышленый парень. Смотрите-ка, нам даже не дали никакой кнопки для прыжка. Ни пробела, ничего подобного. Потому что у нас человечек как-то совершенно удачный, совершенно искусным образом прыгает сам. Посмотрите-ка, без чьей-либо помощи вообще замечательно. Замечательно. Так, а что это у нас тут такое красивое? Ну-ка, ну-ка, пошли проверим, что это у нас такое. Ух ты, смотрите-ка, у нас на шарфике появились какие-то символы, и у нас появляется новая клавиша, что ли? Ctrl, да? Ну-ка. Ать.
Ого! Ого, ничего себе! Так, а что мы можем делать с помощью этой клавиши? Это мы, получается, просто прыгаем, да? Просто высоко прыгаем. Ну-ка, дайте-ка я попробую. Ага. Так, ага, смотрите-ка, и я снова нажимаю Ctrl, и у меня горит шарфик, и я прыгнуть не могу. Значит, смотрите, в принципе, точно такая же система. Помните, мы с вами когда играли за лисичку, то там были такие бабочки летающие, которые позволяли нашей лисичке высоко прыгать. Помните, такое было? Вот это прям, мне кажется, очень-очень похоже на то. Система одна и та же, и там точно такой же был принцип, то, что мы прыжок наш супер длинный можем использовать только один раз. Вот только для чего, если честно, я пока что слабо понимаю. Смотрите-ка, а у нас-то эти флажки везде. О, ребята. А вот теперь я потерялась. Постойте, а куда нам с вами идти? Смотрите, мы можем с вами пойти туда. Там что-то интересное. Мы с вами можем пойти туда. И мы с вами можем пойти туда. Я, если честно, не очень понимаю, что от нас требует в самую первую очередь. И зачем вот здесь эти флажки опять? Зачем? Зачем? Непонятно. Непонятно совершенно. Так, ладненько, давайте пойдем тогда сюда, что ли. К этим вот флажкам, смотрите, как. О, ух ты, елки-палки. Смотрите, а что у нас тут? А мы не свалимся туда? А что у нас тут на самом-то деле? Вау! Вот тут нам придется попрыгать. Слушайте, но я же хочу сходить в другую сторону сначала. Вон туда. Вон туда, к тому какому-то затерянному зданию. И смотрите-ка, везде эти флажки вертятся. Везде. Эти флажки. Это прикольно. Это прикольно, да. Давайте с вами сходим сюда. Я не знаю, правда, нужно это нам или нет. Но если здесь что-то стоит, значит, это для чего-то нужно, да? О, ой, ой. Прости, прости меня, малыш, я вовремя не сообразила, что надо делать. Ух ты, как ты высоко прыгаешь, слушай. Вообще, обалдеть просто. Ну-ка, давай зайдем сюда, пороемся тут. Или тут ничего нет? Слушайте, какой у нас классный чувачок, я просто не могу посмотреть. Правда, непонятно, кто это, но силуэт там похож на человека. Так, а мы тут ничего не можем сделать? Просто как бы поднялись и все? Или что? Или как? Ну-ка. Мне ж все интересно. Ты, хороший мой, попал. Ты попал в руки человека, которому все интересно. Все интересно обследовать, исследовать, обшарить, да. А как же по-другому? Уть, ну смотрите, ну если мы можем тут прыгать вот так вот высоко. А тут. Нет, ну тут, смотрите, тут вообще ничего я не вижу. Да? Единственное, что мы просто можем осмотреться с высоты птичьего полета. Смотрите, вот наша гора. Вон там какие-то еще штучки. И да, вон флажки наши летающие, вон наше кладбище. И вон, похоже, та гора, откуда мы пришли. Да? Смотрите-ка, человечек смотрит вместе со мной. Это прям очень круто. Мне нравится. Ну что, давай спускаться. Ага, замечательно. Ты не погиб, я очень этому рада. Ну что ж, хороший мой, давай пошли. Пошли с тобой исследовать наши затерянные долины. Я не знаю, прям с какой стороны тут лучше подойти. Ой,
как ему не жарко, ребят. Я просто не представляю. В такой солнцепёк вообще в этом плаще ходить. Обмундированному вообще это прям по самое не хочу, как говорится. Так, ну-ка, аккуратненько спускаемся. Смотрите, видели, как он начал так аккуратненько? Да? Класс, класс. Мы спустились, смотрите, тут как будто бы какие-то затерянные цивилизации, честное слово. Смотрите-ка, флажки там внутри. А мы можем их как-то освободить, а? Ну-ка. Или они просто там... Мол, если вот мы бы сюда спрыгнули, то мы бы могли подзарядиться там этими флажками. Я что-то вижу. Ребята. Так, ну-ка. А что мы можем сделать? Мы можем разогнаться как-то и... Ой, я боюсь, что я сейчас промахнусь. Ну-ка. Ать. Ну да, естественно. Естественно, я хотела, смотрите, что у нас тут есть. Вот эта вот штучка светящаяся. А может быть, мы сюда вот можем просто так забраться, не тратя нашего прыжка. В общем-то. Ну-ка. Или нет, или да. Ой, тихо. Все. Кошмар, ужас. Так, смотрите, здесь еще одна такая штучка. Ну-ка. А можно нам от флажков подзарядиться, пожалуйста? Пожалуйста. Или мы не можем? А, мы не можем подзарядиться от этих флажков? О, божечки. А что же нам делать? Я вижу флажки. Что прям нигде. Смотрите. Они как бы заперты. И нам не дают нигде подзарядиться. Так, ладно. А, флажки, вот, супер, спасибо. Так, куда нам с вами лучше отправиться в первую очередь? Давайте мы с вами пойдем, наверное, куда? Я, если честно, даже без понятия, где тут первая сохраненочка у нас. Так, и что, и как это работает, я вот не понимаю, если честно. Нужно прям, смотря туда вверх, что ли. Опа. Так, я заскочила. И что? А, смотрите, наш шарфик, он стал длиннее. Ребята, смотрите, как классно. Мне нравится такой расклад. То есть теперь мы можем прыгать еще выше, наверное, да? Ага. А если мы прям сейчас с вами попробуем забраться куда-нибудь прям, например, вот сюда, а мы, может быть, и просто так сможем сюда забраться? Ну-ка, мой хороший, давай-ка по ступенчикам. Попрыгали. Ать. Так, и где там наша сокровищница? Если бы я знала. Я помнила. Так, где там был наш символ такой? Ой. Это просто я. Упасть на ровном месте. Это мое второе имя. А, ладно. Вот. Зато я нашла. Вот он, наш символ. Давайте мы с вами попробуем на него забраться. Вот было бы классно, если бы ты мог прямо сюда запрыгнуть. Но ты не можешь, да? Так, а как же нам сюда забраться-то на самом деле? Ну-ка, давай. Давай с тобой аккуратненько. А, ой, тихо. Тихонько. Так, опачки, я вижу здесь что-то интересненькое. Давай. Прыгай, взбирайся, давай, ты все сможешь. О, смотрите, что тут у нас. Но сначала я ж хочу добыть штучку. Ту штучку,
Так, я почти ее вижу. Я предлагаю, знаете что? Я предлагаю на нее прям вот так вот свалиться. Ага. Ну, конечно. Свалились аж на раз-два. Так, ладно, давайте мы, значит, попробуем туда запрыгнуть. Опа. Ой-ой-ой. Все, так. Замечательно, мы запрыгнули. И смотрите, какой у нас теперь супер длинный шарф образовался. Так, все. Замечательно, попрыгали. Значит, попрыгали дальше. Так, ой, я извиняюсь, мне надо было наушники поправить, а то они у меня что-то чуть не слетели. Вообще, я прям в таком энтузиазме, в таком каком-то, ух, даже не знаю, как сказать, восхищении, что даже не обратила внимания на то, что с меня вот-вот слетят мои наушники и микрофон в том числе, потому что у меня все в одном. И что это у нас такое? Пробел, а что это такое, ребята, что это такое, мне же все интересно, тут смотрите, эти шарфики, и они прячутся, а что такое, нам нужно с вами нажать пробел, да, хорошо, ой. Выпустили все шарфики заключенные, которые у нас там были, что ли? Ну-ка. О! Вау! Смотрите, смотрите. Какой у нас с вами теперь длинный шарф. Классно. Ух ты, слушайте, как мне это нравится. Так, ладненько. Значит, мы с вами пойдем дальше. Я так понимаю, что нам нужно запрыгнуть вон туда, куда-то, да? Но мы же с вами никак туда не заберемся. Нам прям так и подсказывают, что надо прыгать. Ладненько, давайте попрыгали. Ой. Стой! Ребята, господи, это фиаско, понимаете, только я так могу. О, божечки. Ну да, я же говорила, что я как бы прохожу игры дольше, чем остальные, потому что я не умею прыгать, реально, у меня есть с этим какая-то беда, если честно. Вот я очень боюсь прыгать, очень боюсь свалиться куда-то. И практически постоянно, в принципе, такое случается, что я куда-то досваливаюсь. Так, ладненько. Мне просто нужно научиться управлять камерой. Управлять камерой. Давайте вот прям вот так вот, что ли. Ой, вот так, да? Ну что, давай. Нет. Вот куда вы мне ее шатаете? Слушайте, деловые такие? Это все эти флажочки. Я так чувствую, что это все они накуролесили. Ладно, давайте. Давайте с вами полетели. Фух, долетели. Долетели, ребята. Так, ну что, ребята, я вернулась, и на самом-то деле я уже четвертый раз с самого начала прохожу эту игру. И вот, наконец-таки, я добралась до этого момента, на котором остановилась в прошлый раз, прежде чем снова вылезла эта проклятая реклама. Я не знаю, в чем дело, буду разбираться с этим, но не сейчас. Сейчас я хочу в конце-то концов позаписывать, поиграть. Да, в общем-то, я просто отключила нафиг интернет, соединение к Wi-Fi. Да, я надеюсь, что это поможет. Я не знаю вообще, откуда это, что это. Это какой-то кошмар, если честно. Ну что ж, давайте с вами продолжим. Я надеюсь, что с
смогла там все вырезать так, чтобы вы не смогли ощутить какого-то дискомфорта при просмотре этой серии. И тут у нас вот такие вот замечательные штучки есть, которые мы способны зажигайтесь, штучки. И что это? Что это такое? Ага. Слушай. О, ёлки. Это кто? Это кто такой? Мне кажется, мы медитируем сейчас, да? Что-то около того. И сейчас у нас какое-то видение. Смотрите-ка. Если мы дойдем до нужной нам с вами горы, то... Смотрите-ка. Мы с вами освободим все флажки, как я понимаю, и вообще... И все станет хорошо, снова запоют птицы, вырастят деревья. И я так понимаю, что все строения, которые мы видели с вами разрушены, они восстановятся. Это, по крайней мере, то, как я это понимаю. В общем-то, нам нужно срочно с вами найти эту гору, дойти до нее, чтобы снова возродить жизнь на нашей пустынной земле, да. Да, мы как будто с каким-то великим наставником переговорили. Смотрите-ка, как интересно. Перед тобой открылись ворота. Ну что ж, пошли. Пошли. Ну-ка, смотри, какие хоромы царские. Ёлки. А почему мне постоянно камеру ворочают? Как будто я пьяная. А! Куда? Куда? Куда мы идем? Эй. Смотрите. Это пескопады, что ли? Ну, водопадами это назвать тяжело. Наверное, это какие-то действительно пескопады. Я так понимаю, мы с вами перебрались на новую локацию, да?